Ты должен вести себя естественно. А, все, все нормально. Мы просто едем в Питер. Просто на ВК фест. Добрый день, дамы и господа. Он ведет себя неестественно, поэтому я возьму на себя главный удар. Я буду нести котя? Него. Я выгляжу. Котя? Это нормально. Чуть больше, чем обычно. Вот. Но ничего, с этим нужно мириться. В эти несколько дней я буду очень много... Котя? Очень часто. Постоянно. 24 на 7. Просто Пикать. Не, ну ты прикинь, сначала я такой смотрю, я такой, блин, думаю, ну ладно, 6 утра, это еще не то самое выхино, о котором все говорят. Да, ну, то я смотрю, там уже так вот больше людей, все, чем обычно. Все сюда сгоняют, здесь вон пожарки стоят, походу здесь пожарку ночью, поэтому типа она закрыта. Я не знаю. В общем, да. Или утром, может, уже что-то случилось. В общем, сел на маршрутку, и у меня довез вот до туда, потому что он до сюда не едет. Все, да, пацаны? Да. А, это да? Да нет, забыл уж. Че, вперед? Да, я. Все, залезли. Реально поставили эту ситуацию, типа, о, здорово. И мы такие, типа, сделали такую херню, типа, так на весь экран такой быстренько, быстренький тайтл, типа, не наигранно. И звук отпоминает вообще, и звук на фоне такой, типа, ты такой, не наигранно. Очень... iMovie, все дела? Нет. Final Cut. О! Профессионализм? На есть 9-й, чтобы по-хипстерски, да? Все зачмырили 10-ю версию, непонятно почему. И типа настоящие профессионалы, как профессионалы, говорят, используют 9-й Final Cut, потому что там как-то вот все хорошо, а в 10-м все плохо. Так снимают профессионалы? Всем привет, это Артем, и мы на заправке, где-то хрен знает где. Где-то мы были в клине, а сейчас я не знаю, где мы. Ты смотрел, я кидал я в этот же, в конфу кидал в Big Russian World Show с Эльдаром Джарахом. По Фрейду. Да. Вот такое же типа. Что-то как-то прохладно. Да. Питер все ближе и ближе, да? В Питере вообще плюс 21. Я думал, плюс 21 немножко по-другому все-таки. Я сбился, какой километр? 560 какой-то километр сейчас идет. Мы уже... Катя? Все, что я хотел сказать. Но пока это оставляет только положительные эмоции. Потому что никогда таким... Катя? Я еще не занимался. Я никогда не ездил на машине больше, чем 150 километров. Вон там качели такие железные, старые. А, ну или так, да. Такая крутилка-болевалка старая. Турнички такие вот, которым уже лет под 20-30, а то, может быть, и все 40. И дома. Это просто неописуемо. Вот. Ты что, впервые в Питер, что ли, приехал? Ну, сам, да. А, да? Битва, вот на битва я бы тоже снял. Йова, брейнсторм, не знаю, мод, вот, надо, серебро. Раньше у меня нормальные треки были, до того, как он подписался на Blackstar. Да, ну совсем так, если нормальный артист, ты подписываешься на Blackstar, ты снимаешься на Blackstar.
1703. Здравствуйте, мы в хостел заселяться. Это Питер, детка. Ну ладно, открывай. Белый клей. Катя? Ты угораешь? Тихо, тихо. Что, все? А? А все ли документы? А все документы? Потом резкий подъем наверх. Он рассчитывает свое положение до. Я понимаю, на тебе на тебе это будет удобно. Ну, блин, то, что там трясется постоянно. Мне кажется, достаточно неплохо будет, как бы, когда ты едешь, а не идешь. 30 тысяч за 40 тысяч, да? Как пользоваться? За 20, грубо говоря, это самое дешевое, около 20, а среднячок где-то 25. Я там не собираюсь еще сейчас это покупать. Это вообще далеко не жизненная необходимость. Это такое, вообще что... не жизненная необходимость. Да, это такое, что типа. Это как, знаешь, вот как Apple Watch, да? Вот вроде нужно, но ни хера не нужно. Да. О чем мы говорим, погодите. Санкт-Петербург. Day one. Yo. Сейчас должна быть заставка такая. Да, я типа. Что я хочу сказать по поводу первого дня? Катя, пика-пика. Которая вообще была за последнее время со мной. Я не мог представить, что это будет настолько дико. Я думал, что... Катя? Путешествие на машине из Москвы в Питер. А Катя? Где? Нет. Это плохая идея. Это отвратительная идея, ребят. Не делайте так никогда. Но ради абсолютного нового экспириенса это стоит того. Это абсолютно стоит того. Но не повторять больше одного раза, потому что это... Катя? Можем перейти. Я тебя понял, я тебя слышал. Денис? Мне норм, я не почувствовал усталости. А все потому, что я Денис сдох, ест кстати, берега. Мясо. День рождения был, да, у кого-то? Вот у Дениса. Мы отмечали 18. Уже можно, да? Уже большая девочка.